Завтрак в ресторане Primavera. Вот здесь за столиком каждый раз меряют температуру, антисептиком пшикают и записывают номер, в котором живешь. Номер температуры. И вот, собственно, сам ресторан. С правой стороны сразу детский уголок. Здесь телевизор включают детям, если что. Ну, что-то им приготовили на завтрак. А на завтрак ничего нет. Ну, на обед и ужин есть. Такая стойка красивая. Да, хотел сказать сразу. Здесь вот запакованы принадлежности. То есть вилка, нож, ложка. Бывает по два комплекта. И вот пошла, собственно, еда. Еда за вот такими щитами пластиковыми. И говоришь им, они накладывают тебе сколько угодно, чего угодно. Накладываешь, что хочешь. Ну вот, видим сыры разные, колбасы, овощи, йогурты. Hello. Приправы, масла, хлебобулочные изделия, лепешки вот, в основном их на ужин или на завтрак пекут. С левой стороны здесь, ну, у нас только здесь макароны, либо пасту, что-то делают такое. На завтрак ее практически не делают здесь. Наверное, скорее вообще не делают. Ее делают вот там. Там, где яичница. Так, что здесь? Омлет какой-то. Белела. Ну, не знаю, что это, если честно. Вот соки. Ну, скорее всего, спрайт, кока-кола, фанта нету с утра. Вода, кофе. Фрукты. Фруктов в достатке. Это сейчас их мало. Но так и дыни, арбузы были, и яблоки, груши, финики. Видим вкусняшки всякие. Здесь вот блинчики. К ним. Джемы всякие, заправки и сами сладости. Сейчас более хлебобулочные такие сладости, а в обед и на ужин больше как тортики. Здесь круассаны, берите. Кстати, круассаны можно самим брать, хлеб самим резать. Вот булочки, а все остальное практически только с раздачи. Итак, что здесь у нас? Египетская фава бинс какая-то. Непонятная каша. Пудинг. Сосиски. Яйца вареные. И оазис какой-то. На другой стороне. На другой стороне у нас сладкий картофель. Тосты, картошка, ну, пюре, скорее всего, рис с молоком и рис. Здесь яичницу готовят с приправами всякими, с добавками точнее. Ну, в основном по два яйца, ну, кто просит, три яйца. Вот такой зал большой. В нем в основном жарко. Также можно сесть на улице. Вот лепешки здесь лепят и пекут сразу. Здесь вот какие-то шарики сегодня. Кабачки и фалафель.
фейл какой-то непонятный. И вот, собственно, на улице можно сесть, покушать. Кстати, кто не хочет мерить температуру, если вы думаете, у вас температура, могу подсказать лайфхак, как где подняться. Вот здесь вот где бассейн, тут закрыто, а дальше открыто. Вот получается, проходите, и вот здесь вот спуск. Спускаетесь, и вы уже возле горок, уже можно не переживать, что у вас температура, и вы можете спокойно пройти на завтрак, обед или ужин. Ну, а здесь закрыто, видите. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь, комментируйте, если есть что вам сказать. Ну, смотрите другие видео. Будет дальнейший обзор отеля. Всем пока.